eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Доброго времени суток! Вас приветствует студия CSL TV и Strike. Последний матч на сегодня. Что у нас осталось? LDLC против Добрый Гейминг. Они же бывшие мим. Урт, он же мистер Цибульский, постарается набрать как можно больше очей для того, чтобы сохранить слот в стар-серии на следующий сезон. И для этого ему надо набирать практически в каждом матче. Поэтому будет интересно наблюдать для LDLC. Турнирные задачи уже исчерпаны. Парни в середине турнирной таблицы не испытывают никаких проблем, потому что не надо им выбираться на ван-финал 9-го сезона. Нет никаких шансов на такой вот расклад. И в принципе, бороться не за что. Чисто будут играть ради удовольствия, ну и, может быть, какой-то рейтинг или что-то в этом роде. Swam Ready пишут парни, ну да, Swam Ready. Давным-давно готов Игорек. Игорек с 5 часов в домашних условиях готов наблюдать за матчем Лурда. Ну вот, наверное, именно это хотел нам поведать Цибульский. Все готовы. Swam готов тоже, ну и мы готовы к сайд-пику. На карте нюк, еще раз повторюсь, однозначно все хотят начать за дефенс. Кто же начнет за дефенс? В этом противостоянии мы узнаем прямо сейчас. Сайд-пик на ваших экранах, это ножи, это те самые ножи и тот самый ножик залетает. И давайте смотреть за этой поножовщиной. ГВХФ, пишет Лурд. ГВХФ Мейтс. Ну и давайте посмотрим, что же тут у нас произойдет. Заруба на ножах. Плотное месиво на длине, ну и все хотят начать за дипом. Здесь, конечно же, без вариантов, ну и поэтому не хотят парни лезть на рожон. Кто же пойдет первым? У кого стальные шары? Кто действительно покажет характер и даст первый удар с ножа? Ну вот, на самом деле, очень даже командно все началось. Пока впереди команда Добрый Гейминг вырезают. Французов живых остается... Нет, это уже французы вырезают. Своих оппонентов живых остается только Мичи. Ну и его также забирает Узи. Он DLC начнет за дефенс, что, конечно же, скажется на итоговом счете. И есть даже шанс, что здесь будет у нас супер разгром от французской команды. Но Добрый Гейминг, уверен, на 100% будут выкладываться на максимум, дабы сохранить свой свод в стар-серии, будут стараться набирать очки в каждом оставшемся матче. Смогут ли остаться? Этого я, к сожалению, не знаю. Кстати, посмотрю, что у них там в турнирке. Итак, в данный момент парни находятся... А, кстати, они в комфортной зоне, даже чуть выше находятся, чем команда LDLC. Правда, сыграли на 2 матча больше. 11 игр, 4 победы. Одна ничья и 6 поражений. Ну да, вряд ли Добрый Гейминг под какой-либо угрозой. Так что здесь практически беспринципиальный матч. И что будет происходить здесь, даже боюсь себе представить. Ну вот только
Ой-ой-ой, точно такой же раунд мы увидели в исполнении команды Клан Мистик. Ошарашили они их нипов, но у французов более все спокойно. Кьоли, два минуса в раунде, постарается сделать третий, шикарным хедшотом забирает Ковальского в пристройке, ну и готов сделать последний минус, а именно забрать жизнь у Лурда Цибульского. 1-0 побила команда LDLC без особых проблем. Парни взяли пистолеточку, ну и неужели у нас сегодня что-то пойдет по другому сценарию? Команда, которая берет первый пистолетный раунд и является фаворитом в этом матче, такого у нас сегодня еще не было. Сегодня пистолетки брали все аутсайдеры, ну вот, наверное, за исключением... Хотя, ну, Na'Vi проиграли пистолетку, Фнатики были фаворитами. Да, вот, все-таки был у нас такой случай, но там вообще матч, отдельная история. 15-15, закончилась эта плотнейшая заруба. Шансы на выход по-прежнему остаются как у Na'Vi, так и у Фнатик. Фнатик пока выглядит немного предпочтительней. И для команды Na'Vi должно произойти какое-то чудо. Но вот эта команда специализируется по чудесам. Знаем мы, парни, как сами могут подсобраться, так и что-то потустороннее может повлиять на игру других команд, которые борются за слоты в старт-серию. И что может, конечно же, способствовать попадению Na'Vi на финалы 9-го сезона старт-серии. Так, ну ладно, не об этом мы сейчас. У нас интереснейший матч LDLC против Добрый Гейминг. Очередное эко у поляков. Постараются пройти по улице, а французы сделать постараются этого не дать. Хэппи минус Лурд открывает счет фрагом в этом раунде. Спокойно забирает. Кстати, куда пробрался Хэппи? Как он здесь оказался? Это был гиперподжим от французского игрока. В шаге от того, чтобы потерять свой кольт. И миниск. Нет, это Мичу. Забирает Хэппи. При этом остаются парни 4 в 2. Апекс забирает на Сента. Ну и Мичу с девайсом в руках постарается сделать второй минус. Но маньяк этого сделать не дает. 3-0. LDLC без особых проблем забирает два экономических у Добрый Гейминг. И теперь готовы расправиться с теми на оружейном. У Кьоли по... В сложившейся традиции появляется снайперская винтовка, что, конечно же, усложняет жизнь команде Добрый Гейминг. Посмотрим, что произойдет на этот раз. Кьоли с АВП. Попадает по мячу прострелом, забирает 40% здоровья. Что дальше? Наверное, посмотрим с помощью автодиректора, потому что предугадать действия поляков будет крайне тяжело. Так, выход на рампы. И Насент открывает счет фрага в этом раунде. Забирает Апекса на хелпе. Ковальский на улице должен был подловить Хэппи, но Хэппи как будто знал, что за пристройкой находится поляк и контролирует вот такую вот коварную позицию. По фрагам счет равный. УЗИ в двери. Перестреливает мячу и уже впереди французы. Что делать дальше? Смотрим за миниском. Что придумает этот парень? Кьоли не попадает в АВП, но я думаю, быстренько исправится. Или все-таки Хэппи? А нет, это маньяк. Это маньяк с Фомасом и Кьоли с АВП вдвоем расписали троих уходящих польских игроков на нижний плент и взяли четвертый раунд для команды LDLC. Да, что-то сенсации здесь пока и не пахнет. Поляки прогнозируемо проигрывают первый раунд, проигрывают и оружейный первый раунд. Ну и теперь постараются разыграть свой экономический. Что выйдет на эко-раунде? У Добрый Гейминг, ну, на самом деле, мне кажется, что ничего сверхъестественного здесь не будет. Хэппи открывает... Открывается на Ковальском. Спокойно забирает того на улице. Ну, а нет, это в будке произошло. Хэппи готов сделать второй минус. Апекс. Минус минус. Хэппи забирает Митчу. Ну и опять-таки же на эко-раунде у команды Добрый Гейминг ничего интересного не получилось. Пять живых оппонентов, там доказательства. 5-0 и теперь очередной оружейный бай от Цибульского и компании. Так, Цибульский, что там у тебя со статистикой? Ну вот у нас есть два претендента на попадение в клуб Рулонов. Лурд и Ковальский. Номера 9 и 10. Будем теперь пристально наблюдать за этими парнями, дабы не произошло ничего сверхъестественного и парни не оказались в клубе Рулонов.
Кьоли. Слышал этот звонящий топот, попытался в дыму найти кого-то из поляков. Ну и что ж, будут неужели до конца так вот агрессивно врываться поляки? Давайте смотреть. Добежали до выхода на нижний под дымок и флешечку. Постараются установить бомбу на нижнем. Все это дело уже контролирует Апекс. Что из этого выйдет, смотрим. Апекс замечает Мичу в дыму без проблем. Разбирается с Мичу. Ну и дальше все по сценарию команды LDLC. В живых только Ковальский. Ковальский, надо делать фраг, дабы обезопасить себя. Вурд уже заработал один. Ковальскому также нужен один, и он его зарабатывает. Забирает Узи. Кьоли моментальный минус в ответ. Дефузится бомба. 6-0. Пока никаких проблем у LDLC не возникает. Но рулон клуб отменяется. По одному фрагу. И на сэндминист Вурд и Ковальский. У Мичу два фрага, и все это за 6 сыгранных раундов. Действительно, статистика провальная для Добрый Гейминг. Что же дальше? Что же дальше? У Ковальского появляется снайперская винтовка. И уже вот с таким вот опасным девайсом он постарается навязать борьбу своим грозным оппонентам в этом матче. Ой-ой-ой, оба промазали. Кьоли мажет, также мажет Ковальский. Тем временем, что делают поляки? Очередной... Ну, показалось, что выходят на рампы, но нет, на рампы не выходят. Не могут преодолеть рубеж радиобудки, поэтому остаются на действительно не очень хороших позициях. Ковальский пробрался за пристройку. Ну, это, походу, любимая позиция этого парня. Уже видели мы его здесь в экшене. Попытался забрать, по-моему, маньяка, но... А, нет, это был Хэппи. Это был Хэппи, который просто с вертухи без шанса вырубил Ковальского. Ну и теперь Ковальский поменял девайс и с АВП в руках постарается уже чего-то придумать. Заняли рампы. Добрый Гейминг. Апекс открывает счет фрагом в этом раунде. Забирает Мичу, который непонятно что забыл на верхнем пункте. Ну и теперь просто рассыпаются поляки на нижнем пункте. Маньяк. Очередной минус падает Innocent. И Ковальский... Так за раунд, собственно, практически никого не увидел, кроме Кьоли в ангаре. Ковальский мажет по зум, Апекс без проблем забирает поляка, 7-0. Ну и что же, возьмут ли Вурт и компания хотя бы раунд у команды LDLC? Уже даже под очень большим вопросом. Кьоли с АВП серьезно настроен ошарашить своих оппонентов разгромным счетом 15-0. И тогда действительно у нас день разгромов продолжится. Сегодня только Na'Vi с Фнатиками и HellRaisers против онлайн-ботс играли действительно в напряженные игры, в которых до последнего момента было непонятно, кто же станет победителем. Ну, особенно это было заметно в матче Fnatic против Na'Vi. Все остальные игры закончились с разгромными счетами. Ну и эта игра идет в том же русле. Узи, два минуса в двери, Innocent'а не забирает, ну и теперь настал черед Хэппи. Хэппи, минус Innocent, в живых опять-таки же только Ковальский. 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 Постарался забрать еще и маньяка, но маньяк хорош сегодня и не оставляет Ковальскому ни шанса. Итак, статистика команды LDLC. После первой половины, точнее, после... Первой половины. Как-то вот так, наверное, это прозвучит. 8 сыгранных раундов. Это такая вот разделительная линия. Говорит, что французы уже становятся победителями в первой половине. Остался вопрос только с каким счетом. Все это закончится. Кьоли с АВП готов принимать на улице сливающих игроков команды Добрый Гейминг. Поляки под невероятную раскидку будут проходить. Как это произошло? Куда стрельнул Кьоли? Ну, вы все сами прекрасно видели. Дальше поляки рассыпаются один за другим. Без потерь. LDLC берут очередной раунд. 9-0. И что-то попахивает провалом в этом матче для Добрый Гейминг. Абсолютно ничего не получается у поляков в первой половине на карте нюк. И да, действительно, французы серьезно настроены в сухую бомбануть Вурда и компанию. Но дадут ли сделать это поляки? Вот в чем вопрос. Так, попытка занять верхний плент. Отдают улицу под контроль команды Добрый Гейминг. Миниск нарандомил себе пару патронов
Ну и теперь настал черед Кьоли. Кьоли с ВП забирает Ковальского. Дальше мажет, но при этом оставляет Инасента практически красным. 32% здоровья. И поляки готовы выйти на нижний плен. Все это дело будут встречать Хэппи. Ой-ой-ой. Проблемы. Проблемы у французов. 2 в 3 ситуация. Но Хэппи стоял до последнего. Даст ли поставить бомбу Мичу? Дает, но забирает поляка. Мениск 1 на 1 против Маньяка, и это очень даже интересно. Мениск, 34% здоровья, у Маньяка 100%. Поставлена бомба, и что будет делать Маньяк? Мениск читает, что первый дефуз будет не до конца. Граната Мениску, баскетбольная залетает, и 10-0 LDLC продолжает набирать раунды в защите. 10 подряд, это весомый аргумент и заявка на победу в этом матче. Ну вот, как никогда близки были поляки к взятому первому раунду, но, к сожалению, граната лишила всех шансов Добрый Гейминг на взятие первого раунда. Ну ничего, расстраиваться парни не будут, будут продолжать бороться за первое очко в этом матче. Ковальский будет открываться на рампах, смотрим, что из этого выйдет. Маньяк. Вот так вот, без особых проблем отдает эту позицию. Апекс хелпы забирает Митчу, и опять-таки же команда LDLC в численном преимуществе. Что дальше? Что дальше? Маньяк. Готов сделать второй минус в этом раунде, но нет. Перестрелку Мениску проигрывает Кьоли с АВП. Забирает Ковальского, получает прострелом в голову. Понимает, что не по шансам дальше стреляться и надо уйти. Хотя Кьоли и не по шансам, это, наверное, не про этого парня сказано. Будет. Кто у нас там снизу? Это Узи. Спокойно забирает Вурда. 2 в 4 ситуация. Красный Мениск и Инасент. Инасент есть минус. 2 в 3 уже интересно. Инасент постарается забрать Кьоли. Кьоли с АВП даже не дал шанса выстрелить. Хэппи Апекс вдвоем против Мениска и Инасента. Бомба. Где же бомба? Где же бомба у поляков? Бомба. Ага, вот только сейчас Инасент ее подбирает. Будет спускаться вниз. Хэппи в окнах. Апекс на верхнем пленте. Непонятно чего ждет. Ну, как же так, Мениск? Мениск, Мениск. И как теперь ставить бомбу Инасенту? Третий минус от Инасента, но четвертый сделать не удается. Опять-таки же в шаге останавливается команда Добрый Гейминг от первого взятого раунда в первой половине. Ну, провал на провале. Апекс забирает 11-й раунд в копилку команды LDLC. И все-таки французы хотят оформить сухую в этом матче. То, что у поляков будет денег на каждый раунд, в этом я даже не сомневаюсь. Действительно, проигрывая 11 раундов подряд, ты уже обеспечиваешь себе бай в каждом раунде. Кьоли, есть open фраг, забирает Вурда. Что по статистике? 2-2-3-3, и только борется Инасент. Инасент остается красным. Все надежды только на этого парня. Ситуация равная в очередной раз. На нижний плент выходят поляки, устанавливают бомбу Мичу. Минус Узи. В большинстве находится команда Добрый Гейминг. Кьоли сравнивает счет по фрагам. Забирает Мичу. Не попадает в дым по Инасенту. Но дальше все опять-таки же очень просто. Мениск один против троих. За секунду рассыпались поляки. Мениск вырывается из трубы, но Апик все контролирует. 12-0. Добрый Гейминг продолжает лететь как фанера над Парижем в этом матче против команды LDLC. Да, такого давненько мы не видели. В этом сезоне нас удивляли только... Кто же это был? А, это были, кстати, онлайн-ботс. Они же бывшие Miami Gaming, которые умудрились проиграть за дефенс на карте Нюк со счетом 15-0 команде... Как же эти парни назывались? Сербы, которые приезжали к нам на LAN-финалы. GamePub, вот, вспомнил. GamePub, которые распались, сумели разгромить Miami Gaming со счетом 15-0. Больше сухих результатов у нас не было в первых половинах. Ну и вот французы хотят точно так же повторить успех. Но дадут ли это сделать поляки? Мениск сопротивляется как может.
Ситуация 3 в 3. Мениск остается чудом живых. 5% здоровья. И чуть ли не сгорает мениск. Тушит Молотова. Все спокойно. Ну, у французов тоже все под контролем. Рампы контролируются. На верхнем пункте Кьёлис ВП, который спокойно может оставаться на этой базе один. И вот так вот спокойно забирать красного миниска. Хэппи минус Мичу и на Сэнд. Один против двоих. 40 секунд до конца. Бомба на руках. Бомба устанавливается. Кьёли не рискнул уйти до конца. Дожидается помощи от своего тиммейта. Апик заходит из пристройки. На Сэнд. Какой хэдшот по Кьёли. Ну и опять-таки же просто не хватает одного минуса команде Добрый Гейминг для того, чтобы взять первый раунд в первой половине. 13-0. Что тут еще говорить? Комментарии излишни. Комментарии излишни. LDLC хотят в сухую бомбануть Добрый Гейминг и вообще закончить все со счетом 16-0. Так, что же по этому поводу думают Добрый Гейминг? Всего лишь два раунда остается у поляков, дабы хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию. Действительно обидное поражение, когда ты не берешь вообще ни раунда. Кьёлис, АВП. Не попадает, но маньяк делает минус. Кьёлис, второй попытки, минус Ковальский. Куда вот так вот на морозе бегут поляки? Добрый Гейминг, добро пожаловать, говорят поляки своим именитым французским оппонентом. Маньяк на рампах. Минус Innocent, Мичу и Вурд вдвоем против пятерых. И что делать? Мичу забирает Узи на верхнем пункте. Вурд постарается подловить маньяка в дыму. И кто кого? Маньяк просто вставил ствол в нос Вурда и забрал грозного поляка. Мичу на верхний пункт под флешечку. Но здесь опять-таки же все под контролем. Хэппи забирает последнего поляка. 14-0 и момент истины. Сухая или все-таки удастся Добрый Гейминг размочить счет в этом матче? Статистика реально ужаснейшая у команды Добрый Гейминг. Вурд 2 фрага, 14 смертей, ни одного ассиста. Ковальский точно так же. 2 фрага, 0 смертей. Точнее, 0 ассистов, 14 смертей. Вообще, полный провал. Вот единственный, кто очень даже неплохо выглядит, это Innocent. И вот как раз-таки надежды только на этого парня. Но открывается тот самый Вурд. Вурд взял все в свои руки в последнем раунде. Разбомбил Кьёли, разорвал Апекса и готов подарить первый раунд своей команде. Хэппи, Узи и Маньяк. Отдадут ли такой вот раундет своим оппонентам? Позиции не внушают доверия. Два игрока на верхней пленте и Маньяк на рампах. Узи, минусы на Сэнд. Вурда подсадили на маяк. Здесь абсолютно никого нет. И кто подсадит Вурда сюда? Ковальский. Силой мысли только может затолкнуть Вурда. Через лестницу. Добро пожаловать на верхний плент. Узи красный. Хэппи. Как будет расправляться? Под флешку запускают Вурда. Вурд. Минус Узи. Вурд. Минус Хэппи. Вурд собрался как никогда. Ну вот действительно, такому парню вдвойне обидно проигрывать сухую. И он сделал максимум, чтобы взять хотя бы один раунд в атаке. 14-1. Вурд под конец подсобрался. Взял инициативу в свои руки. Сделал 4 минуса. И не дал LDLC оформить сухой результат. Статистика первой половины на ваших экранах. У французов все просто шикарно. 16, 18, 13, 13, 11 фрагов. При этом умирали меньше всех маньяк и Кьёли. 3, 4 смерти на двоих. У Апекса 5. Короче, все очень просто для команды LDLC складывалось в первой половине. И вот теперь, что же будет во второй? Смогут ли поляки взять пистолетный раунд и начать свой великолепный, бесподобный камбэк? По-другому его не назовешь. Потому что найти силы в себе на борьбу во второй половине после такой вот первой могут действительно сильнейшие команды. И это будет проявление характера для Добрый Гейминг. Если характер у команды, мы сейчас с вами узнаем. Пистолетный раунд начинается прямо сейчас. Счет 14-1. В шаге от провала Добрый Гейминг. И постараются хоть как-то исправиться перед своими фанатами и болельщиками. Смотрим, что же здесь будет. Есть первый минус. Мичу забирает Хэппи. Это хорошо. Это всегда хорошо. И пошел выход на верхний плент. Мениск.
Пропускает Кьёли. Нет, это не Кьёли пропустил. Не пропустил он маньяка. И по следам пошел за Узи. Забрал еще одного француза. Кьёли Апекс. Вдвоем против четверых. Кьёли забирает Инасента 2 в 3. Но вот пока жив Кьёли, полякам расслабляться не стоит. Кьёли. Как двигается этот парень? Ну вот был в шаге от третьего минуса в этом раунде. Апекс красный ждет в первую очередь какого-то экшена от своего тиммейта. Понимает, что от Кьёли зависит действительно много. Вурт не дает Кьёли разыграться. На дальнем расстоянии перестреливает того с пистолета. И Минис ставит точку в этом раунде. 14-2. Поляки, проиграв 14 раундов подряд, решили побороться. Ну, что за дела? Почему именно так все складывается у команды Добрый Гейминг? Вроде бы и состав неплохой, вроде бы и капитан толковый, Лурд, человек с опытом, человек, который поиграл действительно в супер команде. В золотой пятерке был Лурд, команда, которая выиграла больше всего титулов, команда, которая больше всего выиграла денег, команда, которая знает, как бороться топовыми коллективами. И вот как Вурд может так вот бездарно проигрывать LDLC практически без шансов? Ну вот, шанс исправиться у Вурда будет. Есть гандикап 2 раунда, которых нельзя отдавать команде LDLC, дабы хоть как-то сохранить свое лицо перед болельщиками и фанатами команды Добрый Гейминг. Мичу ставит точку в этом раунде. Практически без проблем, потеряв только Инасента, Добрый Гейминг берут закупочку от LDLC, ну и теперь французы будут проводить экономически. Ну, в принципе, все правильно, зачем торопиться. Действительно, запас раундов просто гигантский, и отыграть будет полякам его не так уже просто, но и подарки от французов команда Добрый Гейминг не дождется. Экораунд от команды LDLC. Что придумают на этом экораунде? Ну, вот подсадка на конструкцию Ковальский, как будет справляться с такими вот мансами от команды LDLC. Ну, пока неплохо. Ой-ой-ой, вот только сказал, пока неплохо, сразу же Узи дал минус по Ковальскому с ТЗ-шечки. Все очень просто. По разменам счет равный. Что дальше? Инасент. Сберстапер уже выстрелом забирает Узи. Выводит свою команду в численное преимущество. Ну и вроде бы... Да, гранатами должны просто закидать сейчас французов. Но посмотрите, что творит маньяк. Забирает Вурда, минусует Инасента. 2 в 2 на ровном месте. У команды Добрый Гейминг начинаются невероятные проблемы. Что делать дальше? Ну, по хаусбарам видим, насколько просела команда LDLC. В живых остается только Хэппи. 2% здоровья, и Митчу забирает и Хэппи. 14-4. 4 раунда — это уже что-то. Но по-прежнему это мало. По-прежнему это разгром. Это разгром по-другому и не назовешь. У LDLC полноценный бай, и они готовы взять ничью в этом матче. Смотрим. Что же придумают французы? У Хэппи довольно-таки неплохой респаун. Куда пойдет Хэппи? Ага, вот такая вот коварная подсадочка. Все четко закидывают. Еще одна подсадка. Ну и что же тут будет? Ковальский с МВП. На улице. Миниск также на помощи у своего тиммейта. Ну и как разыграет свою позицию Миниск? LDLC теряют уже двоих. На ровном месте. Миниск. Третий минус в этом раунде. Забирает маньяка. Оставляет... Нет. Показалось, что попал в голову. На самом деле Апекс целый невредим. 79% здоровья. И только сейчас Апекс еще и забирает Миниска. Но Ковальский недолго... Дожидаясь, дает минус в ответ. Хэппи один против четверых. И первый оружейный у французов провалился. Хэппи. Минус на сент. Продолжает перестрелку с оппонентами, но проигрывает очную ставку Митчу. 14-5. Пятый раунд для Добрый Гейминг. И да, шансы на камбэк у поляков имеются. Еще один экономический LDLC. Ну, даже не знаю. Супер камбэк. По-другому и не назовешь. Все происходящее в этом матче. Если поляки сравняют счет или хотя бы доведут его до 10-11 раундов, это уже будет действительно подвиг. Потому что то, как выглядела команда Добрый Гейминг в первой половине, ну вот, действительно все должно было закончиться со счетом 16-0. Но Вурд собрался, взял последний раунд за атаку и подарил маленькую, но надежду своей команде. Взятый пистолет на эту надежду укрепил. И поляки продолжают набирать раунд за раундом.
Серия из 5 от команды Добрый Гейминг продолжается, но на эко-раунде потеряли Иносента, потеряли Девайс, Хэппи на нижнем пунте, с кольтом в руках, постарается сделать как можно больше вреда, нанести как можно больше вреда команде Добрый Гейминг. Ну и мы посмотрим, что же из этого выйдет. В итоге ситуация 3 в 3, и как никогда близки поляки к провалу. Вурд вместе с Миниском забирают Апекса, ну это скорее всего ассист от Вурда, а вот Миниск делает. От минус Хэппи, минус Мичу, 2 в 2. По хаусбара, видим все ровно, Кьёли забирает Вурда, а вот Миниск перестрелял Хэппи. Один на один, кто кого, Миниск или Кьёли? Оба опасны, но Миниск пока настроен продолжить камбэк своей команды и берет тем самым 6-й раунд. Очередной бай от LDLC, и на эко-раундах пока получается действительно играть лучше у французов, чем на оружейных. Постоянные ситуации 2 в 2, 1 в 2, 1 в 1, но на девайсах что-то пока в атаке тоже не особо получается. У Кьёли появляется снайперская винтовка. Ковальский куда-то свою запропастил. Поменял на М4-1С и теперь вот в такой вот позиции готов принимать проходящих по улице французских игроков. Так, Юль, СВП, ну, проверил всевозможные позиции снайпера команды из Польши, но снайпера, как мы знаем, нет. Ковальский меняет свою позицию, уходит из ангара и будет мансовать теперь за красным ящиком. А вот кто прокрался, это Апекс. Пробирается под окна, но Ковальский все контролирует. Юль не попадает в СВП. Ковальский все чекает, и очень близки поляки ко второму минусу в этом раунде. Так, автодиректор нам в помощь, Мичу, минус маньяк, автодиректор по-прежнему остается на Кьёли. Кьёли, ну давай, покажи нам что-то сверх. Естественная флешка Кьёли в лицо, Ковальский должен был чекать. Вурда не замечает, Вурд забирает Кьёли, 2 в 5. И опять-таки же невероятный провал у французов на девайсном раунде во второй половине. Хэппи остается один против пятерых, забирает Миниска, но и Иносент тут как тут разменял своего тиммейта. 14-7, 7 раундов к ряду от команды Добрый Гейминг. Кто бы мог себе такое представить, что поляки соберутся на максимум и устроят действительно плотную катку для команды LDLC. Так, ну вот знаете, что я больше всего боюсь? Это вот аркада на верхний плент, вот что-то в этом роде. В исполнении французов, и это может плохо закончиться для поляков. Добрый Гейминг, готовы продолжить свой камбэк? Миниск на верхнем пленте. Ой-ой-ой, это провал. Вот такие вот ошибки французы не прощают. Кьёли забирает Миниска. На верхний плент будут врываться. Ой-ой-ой, Ковальский с ангара сбрил Кьёли. Не дал тому пройти на нижний, но Узи уже снизу с бомбой в руках. И только Мичу сможет его остановить. Мичу, где же ты, дорогой? Мичу. Проверил нижний. Вроде бы никого не увидел. Воу, Миниск пишет. Кьёли действительно что-то бредовое придумал Миниск. Не успел кинуть под себя дым. Просто с гранатой в руках заходил в двери. И был за это моментально наказан. Даже Миниск пишет. I'm stupid. Действительно сыграл очень-очень тупо. Узи на нижнем пленте. Подкараулил Ковальского. Если забирает Мичу, то это... эпик фейл будет для команды Добрый Гейминг. Маньяк минус Мичу. Вот все-таки закончил начатое. Узи Вурд забирает Апекса. Будут бороться поляки за этот раунд. Точно так же, как и за предыдущий. Иносент. Один против двоих. Бомба по-прежнему не стоит. Иносент в трубе. 19 секунд на все про все у команды LDLC, дабы поставить бомбу и как-то разобраться с грозным поляком. Иносент. Перестрелял Хэппи один на один с маньяком. Что будет делать маньяк? Маньяк в дыму уставит бомбу. Ой-ой-ой. Маньяк даже не дернулся. Маньяк даже не дернулся, друзья. И уходит в темную. Об этом даже не подозревает. Иносент и получает моментально пулю в голову. 15-7. Ничья для команды LDLC. И теперь наступает время матчпоинтов. 8 матчпоинтов для французов в этом матче. У поляков фулбай, и они будут точно так же, как и до этого момента, а именно 7 раундов подряд взяли поляки, будут бороться за свою честь в первую очередь. Что из этого выйдет?
Ковальский в ангаре с ВП. Минис в пристройке получает. Показалось, получил в голову, но нет, это было всего лишь попадание в туловище с ТКМ и прострелом. А вот... Ой-ой-ой, Ковальский. Как-то криво начал прожимать. За это мог быть... Мог был быть наказан, но этого не произошло. Мичу. Open фраг. Какая-то гиперагрессия от поляка. Ворвался уже в спину на улицу. Как он прошел через Хэппи, непонятно. Но Хэппи пресекает вот такую вот попыточку вернуться в освояси через десятку. Забирает Мичу. Выход на рампы. Ковальский все контролирует. 3-4. И что же, французы в ступоре. По хаусбарам, видим, сильно просели французы. Кьёли 51% здоровья. И это максимальное количество ХП на игрока в этом раунде французской команды. Кьёли забирает Вурда. 3-3. Но опять-таки же, по хаусбарам позади находятся французы. Иносент минус Кьёли. Четко действует Иносент. Уходит на более сейвовую позицию. Ну и теперь настал черед Миниска, который забирает Узи. Апекс разменял, но тут как тут Ковальский. 15-8, первый матч-поинт поляки отыграли. Насколько хватит команды Добрый Гейминг? Ну, на самом деле, тот самый один раунд в атаке, который взяли LDLC, был невероятно напряженным для французов. В упорной борьбе парни все-таки вымочили победу в этом раунде, оставшись один на один. Если не ошибаюсь, Маньяк переиграл Иносента и оформил ничью для своей команды. Иносент на верхнем пленте спокойно расправляется с сливающими игроками команды LDLC. В живых остается только Хэппи. Хэппи бабах! Получает пуль в затылок, и еще один матч-поинт отыгрывает команда Добрый Гейминг. 15-9, и уже на самом деле не совсем у нас разгромный счет. Поляки сохраняют на самом деле лицо в этом матче. LDLC, казалось бы, не ощутили своих оппонентов, но вот вторая половина хоть как-то приукрасила все происходящее в этом матче. И действительно мы наблюдаем за клоуз-геймом. Потому что французы точно так же, как и поляки, в атаке пока очень даже слабы. А вот и проблемки. Вот и проблемки у поляков на эко-раунде своих оппонентов. Хотя по-прежнему ситуация 3 в 3. И девайсов нет. У команды LDLC в дыму. Вурд находит маньяка, выбивает из того бомбу, меняет девайс. А где же так бездарно упали Мичу и Миниск? Что-то неясное произошло. Апекс с Ковальским не справляется. Хэппи 1 против троих. Бомба на рампах. Два поляка там и Иносент на верхнем, который отыгрывает еще один матч-поинт для команды Добрый Гейминг. Всего лишь 5 матч-поинтов остается у французов. Так, что-то подлагивает у нас сервачок. Это прекрасно заметно на наших с вами экранах. Но это никак не сказывается на игре французской команды. Парни по-прежнему в отчаянных попытках заполучить тот самый недостающий раунд во второй половине, дабы оформить победу. Кьёли, open фраг. На улице забирает Миниска. При этом остается красный. Ну вот здесь ваша-наша и теперь шанс Ковальского. Ковальский. Ну, должен здесь забирать француза. Да, без особых проблем добивает Кьёли. Выравнивает ситуацию в этом раунде. Что будут делать дальше парни из команды LDLC? Как видим, Апекс пробрался под маяк. Неужели об этом не знают поляки? Неужели на этом и закончится тот самый славный камбэк? Апекс слышит оппонента над собой. Ой-ой-ой, там же... Он же упал сзади. Как так? Апекс просто на морозе идет на рампы. Заходит в спину Мичу, забирает поляка. Ну и вот это тот самый момент провала, как мне кажется. А вряд ли удастся в меньшинстве отыграть этот раунд полякам. Хотя и Иносент забирает Хэппи. Апекс минус Ковальский. 2 в 3 по-прежнему испытывают проблемы польские игроки. И Иносент 1 против троих. И Маньяк ставит точку в этом матче. 16-10. Победа команды LDLC не такая простая, как нам с вами казалось. Но все-таки победа. На этом я буду с вами, друзья, прощаться. Для вас работал сегодня только Страйк. Завтра с Игорем вместе будем комментировать матчи Star Series. Ну и еще раз всем спасибо, что были с нами. Star Series работает только для наших зрителей. Всем спасибо, всем пока. Еще раз до завтра.
Raise your hands up high.